хотел снять небольшой обзор нашего пневмохода «Ураган Дикарь», который мы завтра будем отдавать клиенту. Мы выехали, как обычно, покататься. Вначале подванивал глушитель, но это прошло минут за 5. Вот, немного покупались на видео, вы, наверное, уже увидели. Вот, что-то интересного. Бывает, ставим такие фары. Но это все зависит от комплектующих, которые у нас есть. Бывают узкие. Вот. Потом у нас калитка. Как она сделана? По принципу автомобильной дверки. Потому что она скошена для усиления, а не для красоты. То есть она как бы эта конструкция жесткая и без калитки. Здесь у нас кармашки. Это мы на всякий случай палку взяли, глубину мерить. Веревка. Квадрат. Сюда входит 50-й квадрат, в свою очередь. Под фаркоп стандартный американский. Колеса V3 шестерня. В базе у нас идут. Я недавно с удивлением узнал, что в базе в остальных вездеходов идут маленькие колеса. И доплата за эти колеса, ну там 40 тысяч за колеса. Там, не знаю, 10 000 за шестерню, за протектор. Еще сколько-то за бескамерные колеса у нас все сразу. Так что, когда этот ценник сравниваете, все плюсуйте. Вот. Ну, оружейный ящик, да, интересный. Переключение передач сзади стандартное, которое идет в базе. Двигатель Лифан, 20 лошадиных сил. Проводка у нас так проложена, узел перелома на тягах. Система фиксации стандартная. Ну, кстати, мы ее, наверное, немножко доработаем все-таки. Упростим. Потом вот в этом в комплектации у нас электроусилитель от Renault. Работает все легко, устанавливается просто. То есть можно даже, ну, у кого, допустим, был электроусилитель обычный, вазовский, можно потом установить электроусилитель Renault Megane. Так, ну, кабина. Вот, кстати, хочу обратить внимание на кабину. Вот у нас, если так обратить внимание, она чуть-чуть наклонена вниз, ветровое стекло. И кабина, и ветровое стекло. Это сделано, чтобы все стекало в одном направлении. Ну и для красоты кабина чуть приподнята. То есть, если вот это стекло переднее, вот в откинутом состоянии, отпустить его так вверх, как делают некоторые производители, то вся вода, соответственно, потечет в кабину. И это будет не очень хорошо. Поэтому вот это принципиальное условие, что стекло опущено чуть вниз. Но за счет этого, чтобы оно же перекрывает немного обзор, вот, приходится делать кабину выше. Так что вот такие нюансы. Ну, где-то кабина рассчитана на рост 1,92 м ориентировочно. Ну, мягкое сиденье складное. Скоро у нас в базе пойдут сиденья с амортизатором. На крыльях будут передние багажники. Такие интересные, с клыками. Чтобы там можно было перевозить какой-нибудь дрын, хлыст или еще чего-нибудь. Ну, передний бампер, соответственно. Передний квадрат тоже на 50 внутри. Мосты. В базе идет рулевой демпфер. Вот его видно чуть-чуть спереди. Рулевая рейка. Мосты крепятся, как вы видите. Ну, то есть они не приварены. Многие приваривают. Это не совсем правильно. Или на стремянках крепят. Их там проворачивают. А здесь мосты точно не провернет. Всегда можно удобно снять для ремонта. Стоят такие, ну, черная пластина, они соединяются с серыми на 4 болтах. Все усилено. Ну, вот это уши для транспортировки сделаны. Если на всякий случай кто захочет за машиной тащить. Багажничек у нас. Опять же, кому интересно. Аккумулятор. Сейчас маленький, но клиент поставит побольше. Резиночка тут уплотнительная у нас.
что еще тут сказать хорошего? Ну, с этой стороны коробка, то есть обращаю внимание, что у нас двигатель расположен достаточно высоко, он расположен по центру, то есть центровка практически идеальная для выхода на лед, на крутой берег или спуска. И вариатор, он тоже расположен высоко, вот под этим кожухом, то есть его замочить практически нереально. Вот, за счет этого, ну, просто вы обращали внимание, что когда вездеходы спускаются в воду, у кого двигатель спереди, все дымить, парить начинает. Здесь, конечно, тоже может быть такое, с цепи накидает. Но в любом случае вариатор сохраняет работоспособность. И обычно вездеход не погружается, вот, когда вдвоем, не больше вот этого уровня. Вот где-то вот так, ниже чуть рама, сантиметров там на 5-10. То есть рама вся сухая. Но, конечно, когда втроем, вчетвером, то он, конечно, может погрузиться больше. Ну, так. Такие новости. Сейчас еще в базовую комплектацию для удешевления мы сделали обшивку металлом. То есть это будет опция, теперь обшивка алюминием. Это будет стоить дополнительно 11 тысяч рублей на сегодняшний момент. Алюминий, конечно, подорожал очень здорово. Вообще все подорожало очень здорово. Ну, ладно, все. Всем всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал, группу, самое главное, ВКонтакте. Благодарю всех за внимание.